начали сегодняшний наш концерт с песней «Come Together». Это, можно сказать, дань вам за то, что вы сегодня пришли к нам сюда на концерт. Очень здорово, спасибо вам огромное. Ну что ж, а мы продолжаем. Следующая песня называется «A Song for You». Песня для вас. I stand up at the
contact. The music sounds ready to dance. I hear a bad melody when you used to sing slow. Come on.
Следующая песня немного ритмичнее. Называется она «You and I». Thank you.
Следующая песня называется «If I Got You». Она из репертуара прекрасной артистки, музыкантки, певицы Алиши Кис.
заняться после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, потому что впереди наши новые песни. Группа «Лая Бомбен», Маргарита Базаян. Композиция, мне не нужна твоя любовь. Добрый вечер. Thank you.
нашего авторского репертуара. Как та, которую вы слышали, так же и та, которая сейчас прозвучит для вас. Называется она «Goodbye, my love». Кстати, да, эта песня сегодня звучит впервые. Премьера песни. Буквально писала ее вчера, сама подготовка сначала. Отлично. Ну, что ж, поехали. Просто у нас есть две новые песни, и ребята пока еще не знают, какая из них сейчас должна прозвучать. Ну, так бывает, когда новая песня появляется в репертуаре. Yeah.
Следующая песня вошла в наш альбом, который вот буквально скоро выйдет в свет. Называется она «I'm Walking Away». Somebody tells me.
спасибо. Следующую песню мы позаимствовали у отличного музыканта, которого зовут Bruno Mars. Он, кстати, об этом, наверное, наверняка не знает.
Но в честь фестиваля сегодняшнего мы бы хотели бы для вас ее исполнить. Называется она «Grenade». Свое звучание, именно такое, которое вы сейчас услышите,
она обрела совсем недавно. И также вошла в наш премьерный альбом. И два слова для вас. Thank you.
спасибо, друзья. Это наша песня, предназвана для девочек. Очень удобно хлопать. Скромный.
мастер-класс. Свет на моей руке и моей душе нарисованный тобою.
Дмитрий Белоусов, гитара. Павел Егоров, клавишные. Даниил Федоров. Федор Сесоков. Как я его взял микрофон? Шейкер. Маргарита Базаян. Самая очаровательная, самая прекрасная, самая талантливая. Самая вокал номер один в России. Спасибо огромное, друзья. Спасибо.